Все, не теряем время, закругляемся. У меня еще в Москве дел по горло. Могу не поделиться с вами хорошей новостью. Аркадий связался с вами. И груз скоро будет здесь. Я так понимаю, теперь моя миссия закончена. Вам осталось только взять их с Эфедрой в Москве, так? Наша с вами работа только начинается. Аркадий Абай. Это не цель. Они лишь пешки. Нам с вами нужно выйти на настоящего хозяина. Сенатор, что ли? Мы разрабатываем Гаврилова уже несколько лет. Но, к сожалению, так и не получили улик его связи с криминалом. Ну что же вы хотите от меня? Все очень просто. Под патронажем сенатора нужно заключить сделку по покупке новой фабрики. И как только это произойдет, и на фабрике будет запущено производство федролептина, сенатор будет у нас в руках. И это действительно все, что от меня требуется. Да? Единственное, я хочу, чтобы вы понимали. Операция секретная, и вы должны действовать с абсолютной конспирацией, чтобы даже самые близкие люди ни о чем не догадались. А если я откажусь? Хотите попробовать? Если вопросов больше нет, то на сегодня все. Когда будет нужно, мы с вами свяжемся. Игорь Сергеевич. Доброе утро, Игорь Сергеевич. Игорь Сергеевич, подпишите, пожалуйста. Мы так рады, что вы вернулись. Все операции на 2 месяца вперед расписаны. Доброе утро, Игорь Сергеевич. Доброе. Кстати, Рязаева идет на поправку 7-мильными шагами. Хорошо. Хорошо. Аркадий. Ждет вас у себя. Сегодня телевидение в 3. Спасибо. Ну вот и хорошо. Скоро можно будет и о выписке подумать. Скажите, а где доктор Калинин? С ним все в порядке? Конечно. Чего же ему быть не в порядке? Просто он давно не заходил. Так у него сейчас очень много работы, занят он. А у вас идет все хорошо. Ему же докладывают, что заходить-то? Так что пока мы с Аркадием работаем вместе, нам любые трудности нипочем. Я его знаю много лет и всегда могу на него положиться. Аркадий не просто профессионал высшей пробы. Он прежде всего кристально честный и добропорядочный человек. Спасибо, дружище, спасибо. Вместе мы сила. Нас ждут великие дела. Это я вам обещаю. Мы с ним пуд соли вместе съели. Да? По-моему, гораздо больше, дружище. Ну, если только в тот раз. Да там еще было запивать. Ну, после такого уже ничего не страшно. Возвращением. Почему Калинин на свободе? Что происходит? Это был единственный шанс спасти бизнес. Мы так не договаривались.
Я знаю, что я делаю. Ты занимайся своим делом, я буду заниматься своим. Тогда занимайся своим делом сам, без меня. Эфедры ты не получишь. Мало того, с Лейлой и Калининым я разберусь сам. Если ты сейчас дашь задний ход, не будет денег, не будет бизнеса, не будет ничего. Подумай над этим. Пока мы не купили фабрику, Калинина трогать нельзя. А что потом? Потом делай, что хочешь. Ничего не меняется. Абай, нужно просто немного подождать. Игорь Сергеевич, ваша пациентка Лейла Рязаева, она пропала. Как пропала? Когда? Я же вас просил следить за ней. Вероятно, недавно. Я сама не знаю, как так получилось. Я только на минуточку отошла. Я же вас просил! Сергеевич. Девушка темноволосая, с восточными чертами лица, покидала клинику? Вроде бы да. Зачем вы ее выпустили? Так я же не знал, что ей нельзя. Игорь Сергеевич, вы... Что? Вы извините. Там в палате Рязаева письмо. Какое письмо? Вроде бы вам. Игорь, я вам очень благодарна за все, что вы для меня сделали. Вы были готовы пожертвовать собой, чтобы вылечить меня. Это дорогого стоит. Я благодарна судьбе за то, что встретила вас. Мы были знакомы совсем немного, но эта встреча изменила всю мою жизнь. Я была счастлива рядом с вами. Вы навсегда останетесь в моем сердце. Я вас люблю. Но мы очень разные. Нам не суждено быть вместе. Теперь я это точно знаю. У меня нет надежды. И другого выхода у меня нет. После всего, что произошло, он даже не встретился со мной. Сослался на занятость. Я тоже в нем ошиблась. Он не изменился. Я не понимаю, как такое может быть. Ирина убеждала меня, что люди, которые производят наркотики, не останутся безнаказанными. А теперь среди этих людей ее муж. Да. Я должна остановить их. М? Те, кто убил мою маму, моего папу, Ирину, Славика и еще многих других людей, должны за все ответить. Что ты собираешься предпринять? Может, я могу чем-нибудь помочь? Когда-то я работала в журнале «Нонфикшн». Они до сих пор на этих ребят с федролептином зуб точат. Добрый день. Добрый день. Кричевский и Калинин, нам назначено. Да-да, присядьте, пожалуйста. Ты волнуешься? Есть немного. Сейчас же все решится. Да ладно тебе. Не волнуйся, Аркаш. Если он согласился нас принять, значит, и на переговорах поддержит. Фабрика будет наша, все получится. Все будет нормально. Я на это надеюсь.
срочно. Созывайте пресс-конференцию и давайте опровержение. Готовьте исковое заявление по статье «Клевета». Найдите методы воздействия на Рязаеву, чтобы она отказалась от своего интервью. Пока вопрос не будет урегулирован, о сделке можете забыть. Это конец. Ты понимаешь, что не будет фабрики, не будет ничего? Твоя бешеная баба пообещала нас закопать! Она рассказала все! Все рассказала! И хочет нас посадить, и она сделает это! Копия интервью ушла в прокуратуру. Ее нужно срочно найти и остановить. Любой ценой. И если этого не сделаешь ты, это сделаю я. Да заканчивай панику. Я совсем разберусь. Калинин, ты куда? Мария, это Калинин. Я понимаю, что у вас нет желания со мной разговаривать, но выслушайте меня, пожалуйста. Лейле угрожает опасность. Мне нужно с ней встретиться сегодня же. Может быть, все-таки стоило с ним встретиться? Что бы это изменило? Он отказался бы от своего бизнеса, от своих друзей-наркоторговцев. Вы бы видели его с Аркадием в клинике. Угу. А если мы обе не правы? Калинин не изменился. Он сам опасен для нас. Ты уверена, что поступаешь правильно? Лейла, я боюсь за тебя. А вы предлагаете сдаться? А что мы можем? С чего ты взяла, что сможешь найти доказательства? Ты понимаешь, что никто не согласится пойти против них. А ехать туда опасно и глупо. Я пойду до конца. Доказательства будут. В аэропорт, говоришь? Вот это хорошая новость. Давайте, выпускайте ее. Здесь она нам точно не нужна. Интервью с Рязаевой сильно осложнило нам жизнь. Но вы же не только поэтому хотели меня видеть. Где она? Я не вижу повода для беспокойства. Вы понимаете, что ее могут убить в любой момент? Послушайте, за Рязаевой установлено круглосуточное наблюдение. И ведут его профессионалы. Мой вам совет. Езжайте вы домой. У вас завтра трудный день. На пресс-конференции вы должны быть на высоте. Если мы не вернем расположение сенатора, сделка сорвется. А второго шанса у нас не будет, поверьте. Лейла, точно в безопасности? Точно. Интервью Лейлы Рязаевой – чистый вымысел. Публикация инициирована конкурентами, для которых наш быстрорастущий бизнес представляет угрозу. Они используют эту девушку с больным воображением в своих интересах. Ну а как вы можете опровергнуть ее слова? В ходе проверки компании прокуратура не нашла никаких доказательств того, что мы связаны с производством запрещенных веществ. Возбуждение уголовного дела было отказано. Это еще раз подтверждает правоту моих слов. В интервью Рязаева обвиняет в первую очередь Аркадия Кричевского. В последнее время о вашем партнере появилось много нелицеприятных слухов. Что вы об этом можете сказать? О, тихо. Если Аркадия можно обвинить в связях с наркомафией, то только на том основании, что «Крестный отец» с детства был его любимым фильмом. Вообще, в бизнесе Аркадий умеет сделать предложения, от которых невозможно отказаться. Итак, все сведения, порочащие владельцев компании, являются вымыслом
И мы это докажем. Мы уже подали в суд и не сомневаемся в своей победе. Мы докажем, что интервью Ризаевой – это чистый вымысел, не имеющий ничего общего с действительностью. Ну, как тебе? Я же говорил, что я знаю, что делаю. Что там твой сенатор? Все хорошо, доволен. Пригласил нас с Калининым на презентацию своей книги. Писатель. Рано радуешься. Я знаю Лейлу, она просто так не отступит. Она пойдет до конца. Ты ее лучше знаешь. Найди выход. А что ты такая молчаливая? Едешь и молчишь всю дорогу. Мне не до разговоров. А, что случилось? Да? Ну не расстраивайся. Че ты? В жизни на всякое бывает. Это точно. Лицо у тебя больно знакомое. Ты откуда сама? Мне обязательно отвечать. Не-не-не, конечно, не обязательно. Просто мало ли, может, общие знакомые есть. А? Ты не из Байкопата сама? Не? У меня там один приятель живет в доме Байтана. Там такое было недавно. О-о-о. Ничего не слышала про это? Нет. Отвезите меня к бензоколонке и все. Да не волнуйся, сестренка, не волнуйся, все хорошо, доедем. Доедем до бензоколонки. А тебе зачем к бензоколонке? Нужно. Все? Молчу. Там сейчас, правда, не живет никто. Раньше там Махмуд жил. Ага. Знала его? Нет? А я знал. Хороший был человек. Жалко умер. Добрый день, Сердар. Подскажи, как найти телефон Абая? Ну, ты же знаешь, что он хорошо платит за информацию. А у меня есть для него кое-что. Где доктор? Он с тобой? Нет. Не со мной. Что-то случилось? Умет. Помнишь, ты мне рассказывал, что они заставляли тебя торговать наркотиками? Да, помню. Нужно, чтобы ты поехал со мной и рассказал об этом. Еще раз. Это очень важно. Хорошо. Скажи, а можно я останусь в Москве с тобой? Здесь у меня нет никого. Пожалуйста, возьми меня с собой, а? Вы что, не слышите меня? Почему мы свернули? Кто это?
Прости, сестренка. Мне семью надо кормить. Вылезай. Славина, девочка. Ее! Нам тебе нужно доставить. Помогите! Скоро за тобой уже не полетит. Урода! И тебя заберет. Тихо сказал. Заткнись. Рот закрой. Ты хочешь, чтобы я пацана грохнул твоего прямо здесь? У тебя на глазах. Правильно, нет. Залезай в тачку и заткнись. Если вы ее тронете... Пошла! Рот закрой, сказал. А что с этим-то делать, свидетель? Позволь с собой, потом разберемся. Все, пошел. Давай, давай. Да не толкайся, блядь. Залазь. Шухрат, ты что-нибудь видел? Я ничего не видел. Купи детишкам сладенького. А дяде Фарада. У тебя же их трое. Выход в свет вашей книги – замечательный повод, по которому мы здесь собрались. Но есть еще один, не менее важный. В этот день мы хотим сказать вам спасибо за ту самоотдачу, с которой вы служите на благо Отечества, за ваш тяжелый труд, который помогает людям жить лучше. За то, что вы являетесь примером для всех нас. Ваша энергия, мудрость, профессионализм вызывают бесконечное уважение и восхищение. Спасибо вам, господин сенатор. Не ожидал, Игорь Сергеевич. Я очень признателен вам за ваши слова. Особенно приятно это слышать от вас. Я со своей стороны обещаю вам любую посильную помощь на благо вашего дела по спасению людей. Добрый вечер, Игорь Сергеевич. Добрый вечер. Можно встать? Спасибо вам. А, Мария, пожалуйста. Рад вас видеть. Здравствуйте. Мы тоже очень рады вас встреча. И очень хорошо, что... Все проблемы позади. Позади. Ja. Sind Sie an dem Kauf unserer Fabrik noch interessiert? Вы еще заинтересованы купить их фабрику? Они хотели бы возобновить переговоры. Ja. Ну что же, это очень приятная новость. Es ist eine sehr gute Nachricht für ihn. И я очень рад, черт возьми. Хорошего вечера. Das war gut. Благодарю. О, я тут по всему что-то пропустил. Кричевского выводи и забирай. Все эти слухи. Нам совершенно не нужен этот запашок. Ставим на колени. Понял? Анатолий Владимирович, можно улыбочку? Я пить хочу. Потерпи немножко. Амет, ничего не бойся. Пожалуйста, сделай то, что я прошу, ладно? Ты мерзкий.
что с Калининым тебе больше нравилось? Да. А ты? Ты ничтожество. Но не позорься. Убей сразу. Ты ж только это умеешь. Убивать людей и производить таблетки для малолетних наркоманов. Нет, дорогая. Я тебя еще отымею. Так, чтобы тебе понравилось. А насчет таблеток? Скоро мы с Аркадием запустим такое производство, что наш фидролептин будет продаваться на каждом углу. Все наркоманы России будут на нас молиться. Скоро вы окажетесь за решеткой. Кто нас посадит? Ты думаешь, ты чего-нибудь добилась с помощью своего интервью? Я на свободе. Аркадий на свободе. Твоя правда никого не интересует. Ты никто. Ты такая же тупая дура, как твоя мать. И так же, как она, сдохнешь. Делай со мной все, что хочешь. Я твоя. Только отпусти мальчика. Пожалуйста, он же вам ничего не сделал. На колени. Умолять меня о смерти. Без тебя.
должен понять, что главное, что второстепенно. Что это значит? Скоро все узнаешь. Здравствуйте, Игорь Сергеевич. Вот документы по сегодняшней сделке, которые вы просили. Аркадий приехал? Да, приехал. О, явился. А я тебя здесь давно жду. Что происходит? Ты помнишь, что у нас через час сделка с сенатором? Поедешь один. У меня сегодня выходной. Я ушел из бизнеса. Ты в своем уме? И я-то в своем. Меня сенатор как щенка выбросил. Теперь единственным владельцем бизнеса будет доктор Калинин, светоч отечественной медицины. Игорь Сергеевич, выпей, по старой дружбе, не побрезгуй. Слушай, иди домой, а проспись, на тебя смотреть противно. А ты посмотри. Может, последний раз видимся. Ценил тебя. Но еще не вечер. В бизнесе такие, как я, побеждают. Так что рано радуешься. Все сказал. Теперь пошел вон. Как бы тебе пожалеть не пришлось. Прощай! Встречай его. Ну вот и увиделись. Не бойся, доктор. Ты-то умрешь быстро и легко. В отличие от Лейлы. Это она будет мучиться очень долго.
не в курсе. Она у меня в Бекабазе. Мы проведем с ней очень много долгих, счастливых минут. Я передам ей от тебя привет. Оцепить периметр! Оцепить периметр! Ну как, все в порядке? Извините, что заставили понервничать. Нужно было держать дистанцию, чтобы он нас не засек. Иначе бы они с Аркадием отменили покушение. Вы же мне сказали, что Лейла в безопасности! Сказал. Потому что мы не могли за нее рисковать операцией. Слишком много поставлено на карту. А я бы на вашем месте не делал опрометчивых поступков, Калинин. Слишком многое зависит от сегодняшней сделки. Вы должны ехать к сенатору. Если сделка сорвется, преступники уйдут от наказания. Вы этого хотите, Калинин? Выбор за вами. Сейчас действительно все зависит от вас. И запомните, второго шанса не будет. Он сбросил вызов, а потом отключил телефон. Обычно что делать? Ну что ж, господа, видимо, Игорь Сергеевич поменял свое решение. Это его право. Ну, думаю, выводы соответствующие мы сделаем. Я был бы очень вам признателен, если бы вы подождали меня в приемной. Мне нужно обменяться парой слов со своим помощником. Der muss sich kurz mit seinem Assistenten unterhalten. Scheiß drauf. Natürlich. Да, конечно. Also, wenn das so weitergeht, ich weiß nicht. Halt's Maul. В этой жизни не бывает случайностей. Если Калинин отказался от сделки, значит, он не тот, за кого себя выдавал. Ты понимаешь, о чем я говорю? Сворачивай производство. Избавляйся от товара, уничтожь сырье. Чтобы все было почищено в кратчайшие сроки, мы выходим из игры. Эмилия, это вы? Доктор? Где Лейла?
Она с вами? Я сам ее ищу. Кроме вас больше в доме никого нет? Здесь никого больше нет. Как узнали о смерти Абая, все разбежались. Никого не осталось. Байтана нет, Абая нет. Кто деньги платить будет? Только мне идти некуда. Кому и нужна старая? Значит, Лейла здесь не появлялась? Я ее не видела с тех пор, как вы сбежали. Что это значит? Вы куда? Что здесь? Я все записал, как Лейла просила. Все, что говорила о наркотиках. С помощью этой записи мы Кричевского прижмем. Конечно, на суде это не будет являться прямым доказательством его вины. Но, по крайней мере, сделает его более сговорчивым, что ли. За вашу самодеятельность, Калинин, вас самих надо судить по-хорошему. Знаете что? С вас тоже должок за Лейлу. Так что считайте, что мы квиты.
Я не очень верю, что ваш план сработает. Все, что у нас есть, это ваша запись. Абай мертв. Производство федролептина прикрыто. Если Аркадий откажется сдавать сенатора, мы проиграем Калинину. Мой план сработает. Я знаю, Аркаш. Ты что здесь делаешь? Соскучился по этим местам? Решил компанию составить? Да нет, Аркаш. Перспектива отсидеть с тобой 10 лет мне не очень нравится. Ты думаешь, я здесь надолго? Ошибаешься, Калинин. Все следы почищены, никто ничего не докажет. Не надо ничего доказывать. Просто послушай вот это. Скоро мы с Аркадием запустим такое производство, что наш федролептин будет продаваться на каждом углу. Все наркоманы России будут на нас молиться. Скоро вы окажетесь за решеткой. Кто нас посадит? Ты думаешь, ты чего-нибудь добилась с помощью своего интервью? Я на свободе. Знакомый голос, правда? Там еще много чего интересного. Вот так. В Абае было много денег и власти, но немного не хватало мозгов. Короче, помочь тебе теперь могу только я. Может, даже срок сократят тебе в половину. Чего ты хочешь? Сделайте предложение, от которого ты не сможешь отказаться. По старой дружбе. Он согласился. Объявляйте сенатора в розыск. Я думал, под землей злые джинны живут. Но метро явно добрые джинны построили. Там так красиво. Целые дворцы. Прям как в сказках. О, а вот эти дома тоже джинны построили? Ну, можно и так сказать. Да ладно. А там тоже есть лесенка-чудесенка, которая сама тебя везет? Нет. Там... Как бы тебе сказать? Представь себе ковер-самолет, который поднимает тебя вверх. А вы меня туда отвезете? Ну, давайте посмотрим. Вы же никуда не спешите. Никуда. Я сегодня, наверное, впервые в жизни никуда не спешу.